Поистине уникальная выставка открылась в Риме. Экспозиция, на которой представлены всего три экспоната, расположилась в знаменитом Римском Колизее. Как сообщает РИА Новости, эта выставка демонстрирует восстановленные символы мирового культурного наследия из Сирии и Ирака, которые были разрушены запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Мы хотим быть среди создателей и реконструкторов, не признающих победу разрушителей культуры, которая принадлежит всему человечеству, сказал Франческо Рутелли, который возглавляет Ассоциацию встреч цивилизаций. Экспозиция под названием «Возрождение разрушенного Эбла, Немрут и Пальмира» будет открыта до 11 декабря.